Друзья, наспех делаю такое заявление, что я не объявляла ни о каком сборе средств на свою предполагаемую президентскую кампанию. Кто ее предположил пока, я не знаю, но какое-то заявление такое, что я якобы собираю там 2,5 миллиона гривен на то, чтобы стать президентом, это фейк чистой воды. Рекомендую вам всегда, когда вы что-то читаете, и когда где-то написано, что это перепост с моей страницы сделан, или где-то вы увидели какой-то скрин якобы с моей страницы, всегда зайдите на мою страницу и всегда посмотрите, есть ли эта информация. Если ее нет, значит, она просто выдумана. Я честно вам скажу, ну... У меня, да, действительно есть в мыслях, скажем, принять участие в праймерис, но, во-первых, это стоит не столько, это совсем меньшие деньги, а во-вторых, если я действительно приму в этом участие, и если мне действительно понадобится ваша помощь, то я об этом действительно напишу на своей страничке, а может быть, даже сниму какое-то коротюсенькое видео, чтобы вам объяснить, для чего мне это нужно. Пока что я объявляла о том, что написала петицию в Конгресс Соединенных Штатов в Белый дом о признании Путина военным преступником. Все. Больше никаких заявлений я не делала и никаких денег я не собираю. Я вас очень прошу, пожалуйста, распространите вот эту вот свеженькую информацию, потому что мне уже и звонят, и пишут, и сообщают, и оставляют смс-ки и прочее, прочее, что Лиза, а правда ли? Нет, неправда. Я денег на свою президентскую кампанию 2,5 миллиона гривен не собираю.